Качели, карусели, веревочный парк, все эти и многие другие развлечения теперь в распоряжении маленьких постояльцев санатория «Знание». При строительстве площадки, впрочем, как и при реализации всех своих многочисленных проектов, руководство «Знания» учитывало максимум тонкостей. Строительством детской площадки занимались лучшие специалисты в стране, учитывая в том числе и международный опыт. Разумеется, все аттракционы сертифицированы. Само же событие для санатория значимое и долгожданное. Приоритет семейного отдыха, отдыха с детьми для санатория «Знания» – это один из ключевых приоритетов. Конечно, надо, чтобы наши детки были заняты и у них были развлечения, те, которые им нравятся. А мамы, ну и папы, конечно, в это время могут посвятить время себе, побывать на процедурах, посетить те или другие анимационные мероприятия, позагорать на пляже. Ну или в конце концов просто отдохнуть в номере, в спокойной обстановке, в тишине, для того, чтобы набраться сил, энергии, здоровья на год вперед. Выезжать к морю всей семьей – давняя традиция. И не стоит от нее отступать, планируя отдых в Сочи, отмечают санаторий «Знание». Здесь есть все условия для отдыха и маленьких гостей, которые по достоинству оценили заботу о себе. Здесь очень весело, так прикольно, не поскучаешь. Здесь так много всех качелей, что я не могу всех испробовать хочу. Довольны и сами родители. В санатории все сделано как надо. Очень много развлечений, и батут, и детская анимация очень нравится. Все очень хорошо, здорово. Очень благодарны, конечно, вот с удивлением, так и радостью это восприняли. И вот сегодняшнее открытие, да, еще одно подтверждение. Ну, думают о детях, о нашем будущем. Очень приятно, конечно. Дети на детской площадке санатория «Знание» развлекаться будут под присмотром. Вниманием и заботой их окружат аниматоры, которые работать здесь будут ежедневно. Инга Габейша, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».